На пол мы стелим паркетную доску из светлого дуба. Она на 100% сделана из натурального дерева. Доска состоит из трех слоев – подложки, основы и отделочного слоя из древесины дуба. Основа паркетной доски собирается из отдельных сосновых дощечек, которые соединяются перпендикулярно друг к другу. За счет этого сохраняется их первоначальная геометрия. Древесина дуба имеет приятный светлый оттенок и будет отлично сочетаться с нашим интерьером.